году я была в июне в Черногории. Я была на в составе писательской делегации от России на праздничном торжестве и на мероприятии, на международном фестивале, который назывался «Пушкин Негош». То есть Пушкина и Негоша, двух великих поэтов, связывает между собой не только поэзия, но и служение, служение православию и служение России. Это длинная история, которая, я думаю, каждому из вас будет интересна. И вы обязательно почитайте о Негоше, почитайте о том, как зарождалась эта дружба в те далекие времена. Сейчас, слушая стихи сербского поэта, я уловила те нотки, которые впервые мы услышали здесь, в Долгопрудном, от Горана Лазовича, когда он приезжал, тоже сербского поэта. Вот сейчас я держу книгу Телебака Новицу. Вы знаете Телебака Новицу, да? И оба знаем его очень хорошо, я лично. Я рада, что вы его знаете. Я совсем не знаю сербского. И когда я приехала, я обратилась к Марии Козловой и говорю, может быть, ты мне что-то переведешь. Она говорит, ну, поскольку время так стремительно, я просто хочу сказать, что нас так тепло встречали. Сербские поэты знают очень хорошо Россию, знают наших поэтов. Вот сейчас звучали стихи Лермонтова, много стихов мы слышали Есенина. Причем слышали эти стихи на русском языке. Приходила молодежь, православная молодежь. И когда они читали свои стихи на сербском, мы их слушали и понимали, о чем они говорят. Потому что в их стихах звучали такие слова, как «Бог», такие слова, как «радость», такие слова, как «добро». И слушая это, мы чувствовали вот единение наше не только с украинским народом и с белорусским, но мне казалось, что в каждом из нас есть славянская кровь. И сербы, как никто больше, и их философия, и их образ жизни близки нам. Вот сейчас я просто взяла книгу и хочу вам прочесть на сербском. Чисто до чистоти, Божий оквир, скромность, точность, поштение. Вы поняли, о чем говорит этот поэт? Нет. Нет? Я думаю, что сейчас нам переведут, наверное. И далее. Господи, помилуй, Господи, молитва за све, молитва. Тоже все да. Понятно, это да? Свеча. Патриарху Павлу Новице Телебака. Эту книгу я знаю. Посмотрите тогда эту книгу пока. Вы ее хорошо знаете. А я